Сейчас мы стоим на первом круге микрорайона и поедем по улице Папанина и снимем улицу Папанина. Также по просьбам некоторых посетителей нашего сайта. Вот мы сейчас поворачиваем на Папанина. К сожалению, дороги здесь не очень хорошие, поэтому будет трясти. Поэтому за качество видео заранее прошу меня извинить. Сейчас мы подъезжаем к перекрестку, повороту на кинотеатр «Восток» или «Джами». Мы поедем дальше, в сторону сельхозинститута. Вот налево дорога на кинотеатр «Восток». Подъезжаем к ресторану «Стандарт». И дальше у нас уже перекресток Бусыгина. Самое интересное, что на Папанина дороги делают каждый год, но почему-то они тут же приходит в негодность буквально через несколько месяцев. Поэтому здесь практически всегда вот такие вот нехорошие дороги. Хотя вроде их постоянно стараются сделать. Вот уже перекресток. Слева сельхоз. Мы едем прямо. Перекрестка с Гагарина. Слева сельхозинститут.
Так как здесь постоянно тень, здесь до сих пор гололед. Вот уже и Гагарина. И мы заканчиваем снимать наш сюжет.